Как связаны ФБР и Наполеон Бонапарт? Всем известно, что такое ФБР — Американское федеральное бюро расследований. Но не все знают, что ФБР создал родственник Наполеона Бонапарта. И вот как это было. Бюро расследований появилось в США в 1908 году по инициативе генерального прокурора Чарльза Джозефа Бонапарта. Он был внуком Жерома Бонапарта, младшего брата французского императора Наполеона Бонапарта, того самого, который захватывал Москву. Племянник Наполеона Бонапарта в свое время переехал в США и стал родоначальником американской ветви семьи Бонапартов. Прокурор Бонапарт был известен тем, что проводил расследования против крупных корпораций. А еще он ненавидел современные технологии, отказывался от электричества и телеграфа и до конца жизни пользовался конной упряжкой вместо автомобиля. В 1933 году созданное Бонапартом бюро расследований переименовали в ФБР, и свою известность ведомство обрело при директоре Эдгаре Гувере, но его основателем в истории остался именно родственник французского императора Чарльз Джозеф Бонапарт.